Я собрала здесь всю нашу коллекцию вазонов и хочу вам кратенько о ней рассказать. Всегда возникает вопрос, во что посадить? Летники, многолетники или хвойники? Я сейчас вам в помощь. Итак, начну с коллекции под бронзу. Посмотрите, какой оригинальный вазон. Он имеет форму эллипса. Прекрасное сочетание коричневых тонов, зеленых и бронзы. Сочетание очень прекрасное. И самое главное, что все вазоны бывают разные. Вот посмотрите, вазон, который выполнен в античном стиле, с баранами. Прекрасно сочетаются друг с другом. Их можно поставить как вместе, так и по две стороны от входной группы, от двери. Все они чудесно смотрятся. Оригинальный вазон на кованом основании. Он небольшой, рассчитан как раз для посадки летников. То есть здесь прям самое место. Тоже выполнен в стиле под бронзу. Чудесная коллекция под бетон. Дело в том, что всегда бетон для нас ассоциируется с тяжестью. То здесь повторяется в точности оттенок, цветовая гамма бетона, но все вазоны очень легкие. Но несмотря на то, что они легкие, они очень устойчивы. Стоят прекрасно на одном месте и сшибить их фактически невозможно. На пьедестале, без пьедестала, пожалуйста, вы можете составить свою собственную композицию из разных вазонов или же одинаковых по размеру. Не менее оригинальная коллекция по спатине. Это вообще французский шик. То есть, если у вас есть белый комплект мебели, вам точно необходимы вот такие вазоны, которые будут смотреться настолько изысканно, легко и красиво, и они действительно как будто пришли к нам из античных времен. В них очень уместно смотрятся все летники, многолетники. Но помните, если это будут многолетники, значит, вам нужно будет позаботиться о том, чтобы в зимний период времени, конечно, их как-то укутать или занести в помещение, где будут плюсовые температуры. Ну и отдельно я хочу остановиться на кашпо, которое сделано из ДПК. ДПК – это вообще современный материал, очень надежный, прочный. Причем, вы знаете, срок средней службы эксплуатации где-то более 25 лет. То есть это материал, который фактически невозможно убить. И его не нужно никуда заносить в зимний период времени. Он может стоять круглый год на солнце, на морозе, на ветру, на дожде, без разницы. Он остается в таком же красивый, в таком же первозданном виде. И самое главное, что все эти кашпо выполнены необычным способом. В зимний период времени, если вы не хотите оставлять на улице, вы их можете составить друг друга. То есть можно целые кубы купить. Они есть маленькие, средние и высокие. Вся эта коллекция можно купить по отдельности, вместе, и все они будут чудесно смотреться, где бы вы их ни поставили. Входная группа, или вы решили разделить зону, то есть с помощью этих кашпо вы можете очень легко все это сделать. И самое главное, быстро. И самое главное, что это навсегда. То есть это кашпо, которое невозможно испортить, разбить или вообще. Их очень хорошо использовать, когда вы планируете высадить многолетники. То есть вам не нужно будет каждый год пересаживать, рассаживать. Многолетники смотрятся в них просто чудесно, особенно хвойники. Если вы планируете украсить елку, поставить дом, всегда возникает вопрос, во что ее поставить? Обычная крестовина, ну как-то уже не оригинально. Вот кашпо из ДПК смотрится просто чудесно. Органично елка сочетается с этими кашпо. Еще раз напоминаю, что все эти кашпо вы можете купить у нас в интернет-магазине hitsad.ru. Заходите к нам, делайте удачные покупки, декорируйте ваши зоны отдыха, разделяйте зоны отдыха. Особенно прекрасно они будут смотреться около беседок, различных мест, где будут сидеть люди, чтобы наслаждаться вот такими прекрасными цветами, душистыми, ароматными, красивыми. Ну и, конечно, не забывайте ставить палец вверх. И всем пока!